Римская империя сильна, как никогда прежде. Самая могущественная и непобедимая армия мира. Непревзойденное мастерство наших центурионов, трибунов и легатов поддерживает порядок на завоеванных землях. Мы всегда быстро подавляли любые восстания, жестоко карали мятежников и немедленно восстанавливали порядок и покой на наших территориях. Но в этот раз совершенно все пошло не так. Именем императора все с дороги! Разошлись! Все с дороги! С дороги, еврейка! Убегать не свергать, в руки видали! Да как ты посмел, еврей? Что ты здесь делаешь? Разве не слышала, что творится в городе? Ты хоть дочь свою пожалей, ведь потом не простишь себе. Говорят, он освободит еврейский народ от римской власти. Ты ходила к нему? Ты ходила к нему? Ты видела лицо Иисуса? Синедрион был единодушен. Сколько они заплатили вам за эту ложь? Как отличить ложь от истины? Кто же он такой, этот Иисус? Иисус.